Почти 600 контейнеров для сбора мусора поступили в Октябрьский район. В поселениях меняют не только давно устаревшие баки, но и обустраивают новые площадки, а также зоны временного накопления ТКО. До конца года все работы должны быть завершены, а вот инвестор для строительства межмуниципального полигона для сортировки, утилизации и размещения отходов до сих пор не определен. Евгения Самойлова знает об этом подробнее. Поселок Прёбье – самый крупный населенный пункт Октябрьского района. Вывоз мусора здесь осуществляют подрядчики регионального оператора «Югра-экология». Ежемесячно на полигон отправляется 2300 кубов ТКО. С началом реформы в сфере ЖКХ здесь появились новые контейнеры, приводят в соответствие мусорные площадки. До конца октября этого года будет установлено новых 20 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Установка новых контейнерных площадок в связи с тем, что старые не соответствуют нормам Санпина. Из резервного фонда правительства Югры на закупку контейнеров муниципалитетам выделен 81 миллион рублей. В Октябрьский район поступило 368 металлических и 216 пластиковых евроконтейнеров. Третье направление – это у нас площадки временного накопления. Их всего будет у нас 9. На сегодняшний день завершаются проектно-изыскательские работы. И после этого будет строительство. Реформа нацелена на сокращение незаконных свалок, на правильное отношение людей к накоплению и утилизации отходов. До 2022 года в Югре должны появиться 5 комплексных межмуниципальных полигонов. Один из них рассчитан на Нягань и Октябрьский район. Проект производственного объекта есть, а вот инвестора нет. Размещен был вот этот конкурс или заявка объявлена, но не состоялась ввиду пока незаинтересованности. Поэтому наша задача сейчас и муниципалитетов, и правительства более широко и более детально отрабатывать при любой встрече с инвесторами для того, чтобы все вопросы или сомнения снять, разъяснить, каким образом необходимо провести, либо заинтересовать, привлечь инвестора на территорию для реализации данного проекта. Все изменения в сфере ЖКХ обсуждаются с жителями. Ведь доступность мусорного бака должна быть не более 100 метров. И нужно решить, где именно установить ту или иную контейнерную площадку. Так, поселение Карымкары единственное в Октябрьском районе, где люди оставили прежнюю схему забора мусора. Машина забирает отходы у дома плательщиков, согласованное заранее время. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.